Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Дмитрос, мы сегодня будем продолжать играть в игры от Ювелопер. Сегодня мы будем играть как и в The Twins, так и в Грэнни. Посмотрим все плохие конечные сцены. Начнем мы из игры Грэнни. Chapter 2. Вот, также можно было и в Грэнни обычную сыгрануть, что мы сегодня и сделаем. Поиграем мы на харде. И поехали, поехали, поехали. Будем сегодня смотреть конечные концовки. Разные конечные концовки из игр про Ювелопер. Ну и мы поехали. Вернемся, когда будет последний день. И вот пятый день. Последний день. Ну что ж, поехали, поехали, поехали. Первая концовочка у нас сейчас будет в Грэнни Chapter 2. Мы погнали, мы помчались. И сейчас найдем кого-то. А вот кого это уже? Конечно, интересно. Наверное, Грэнни. О, как примчалась. Так, ну и мы начинаем. Первая концовка. Первая концовка. Вот, Кракен. Вот, смотри, рвется аж. Бабка, дед. Тут вот Кракен этот. Вот она ему махнула рукой. Он такой тык-тык. И Кракен ням-ням-ням. Пожирает нас. Это первая конечная концовка. Мы двигаемся к следующей. Поехали. Добрый день, лысый пень. Серьезно, он меня со спины не видит? Охренеть, даже на харде. Вау, я не знал, не знал. Повезло, повезло. Еще одна концовочка, ребят. С внучком. Вот бабуля, вот дедуля, вот мясо, вот внучочек. Вот он. Натравили на нас. И все, и гейм овер. Кстати, кто не знал, ребят, дедушка спавнится на первом этаже в ванной, а бабушка на втором этаже в комнате. Вот такие вот дела. Следующая концовка. Еще новая концовка. Слушайте. Я такую еще не видел. Электрошокер сейчас нас будет бить. Дед внизу, наверное. А, она стучит ему. Нет, мы такие. И все. Охренеть. Я совсем не видел эту новую концовку. Двигаемся дальше. Ну и последняя. Наверное, самая жуткая концовка, потому что здесь такие шипы. Бабка, дед. Дед ждет сигнала. Бабка дала сигнал. Дед такой себе послушненький взял. И этот шиповый шкаф, как его называется, я уже забыл. Ну, какой-то пытки, пытки там делают. Такое в средневековье очень даже было. С этой игрой все понятно. Двигаемся дальше. Следующая игра называется The Twins. Погнали. Мы начинаем на хард-режиме, мы начинаем. The Twins, еще одна игра от разработчиков Грэнни, Грэнни Chapter 2. Но мне, ну вот кажется, что это самая такая худшая игра, честно говоря. По геймплею, по всему остальному, мне кажется, одна из самых худших. Худшая из самых лучших, я бы даже так сказал. ХПхи себе так вот. Серьезно, выжил? Сейчас мы это исправим, слушай. Воу, бац. Так. Ну, сейчас точно мы исправим. Сейчас мы точно... Так, тут вообще изящно подыхать, слушайте. The Twins, The Twins. Бац. И все. И первая концовка у нас уже пошла. Тун-тун-тун-тун-тун. Вот она. Вот она красивая. Ну, самая такая не жесткая, я бы даже сказал, концовка. Там дед с Баком на барбекюшке сидят. А бабка с Бобом сейчас будут развлекаться. Вот молоток деревянный. Не, ну тоже жесткая, да. Тыщ. Прям, мне кажется, бошку можно оторвать, так слушайте, честно говоря. Двигаемся дальше.
Я даже, наверное, на паузу не буду нажимать. Потому что можно вот таким вот способом, нехитрым, быстренько вот так вот это все проделывать. Тут же нету дней каких-то. Заодно с вами побольше пообщаюсь. И в Grand Chapter 2 сейчас, когда я играл, все концовочки шли прям по очередности. Надеюсь, здесь же будет идти точно так же. Тыщ. Раз. Тыщ. Два. Тыщ. Три, смотри, вот уже. Три разочка. И сейчас будет четвертый самый решающий, я думаю, бац. И бац, все. Даже жучок прибежал, видали? Так, какая же будет концовка? А вот какая! Прямо здесь, у жучка. Они, то есть, не заморачивались. Я упал, и они сюда же пришли. Бабка, дед, Бак, Боб и жучочек-пирожочек. Сейчас будет пожирать. Ну, конечно же, жучок. Кто же еще? Во всех играх от Developer кто-то кого-то должен пожирать. То сначала бабка, то внучок, то теперь жучок. Всех она так обучает. Так, следующий. Next, next, please. Next, next. Ну и здесь последняя концовка сейчас будет. По бырику, по бырику, по бырику, по бырику, по бырику, по бырику. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. И мы будем двигаться к следующей игре, самая легендарная игра, которая стала фундаментом всех остальных. Без нее не было ни монахини, ни мороженчика, ни мистера Мита. Вы, наверное, знаете, о какой игре. И эта игра называется Крэнни. Ну а пока что, смотрите, вот мы играем. Вот так вот даже. Так, шумим. Бак, иди к нам. Дорогушка. Вот я шумлю. Это хард режим, если что. О, пришел к нам. Раз, раз, поймал. И электрошокером дзыть. И вот у нас уже хпшечка ушла. Только давайте вы меня сейчас не в эту канализацию, давайте в какое-то другое местечко. ПЖ. ПЖ, я вас прошу, как людей. Вот, люди же. Люди. Так, унитаз отодвигаем. И сюда мы убегаем. Вот какую я рифму сделал. Прям. Рифма. Кто-то уже к нам. Опа! Прибежал. Даже ничего себе. Ну и идет последняя концовка. Так, последняя концовка. Вот она. Красивая. Бабушка с этим газовым каким-то плазмометом. Не понимаю. Бам! Все у нас глючит. И мы падаем. Вот такая вот концовка. Двигаемся к игре Гренни. Последнее, что ни на есть легендарная игра, это игра про Гренни, которая является фундаментом просто многих игр, такие как Evil Nun, Мороженчик, Мистер Мит, Эрих Зан, Гренни и Грэндпа, Chapter 2. Вот эти вот все игры, это все держится на самой оригинальной основе под названием Гренни, которую скачали больше 100 миллионов людей. Представляете себе, какая популярная игра, бабуля? Привет, давно не виделись. У тебя такая хата прям красивая. Ну и мы двигаемся, пятый день ждет нас. Пятый, последний день. Мы двигаемся к нашей любимой бабулечке. Погнали. Сейчас у нас будет концовка интересная. Я вот прям походил, подумал, ё-моё. Это же какая легендарная игра Гренни. Ну, ни с кем не сравняется, честно говоря. Бац. Все. Концовка. Я уверен, что сейчас будет концовка на третьем этаже. Смотрите. Я вангую. Ну, конечно, вот. Третий этаж. Вот бабка. Вот музон. Красота.
Это, конечно, круто. Мы такие, чё? 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 Чё происходит? Она такая смеется. Ну чё, внучок? Ну чё, милок, давай. Удачного полета тебе, да? Вот она сейчас замахнется своей грязной ручищей. Бац! А тут сюрприз, капканчик. Ну и мы двигаемся дальше. Следующая концовка не ждет. Вот я все-таки сижу и думаю, какая же игра не крутая игра. Так, и следующая концовка на машине. На машине, бабулечка нас сейчас прокатает, да? Опа, привет. Ну ты юморная. Пока-пока, внучек. Пока. Их. Разгончик хороший взяла. Все-таки это самый лучший, наверное, хоррор на мобилку, я считаю. И вам советую. Следующая концовка. Следующая концовка. Смотрим. Вот она. Рубилка. Головы. Гильотина. Ох, какая музыка. Привет. Без всяких церемоний, слушай. И вороны. Без всяких тебе ручкой по это как его помахать. Без всяких тебе посмеяться. Просто взяла и отрубила бошку. Очень-очень страшно. Ну и последнее, что ни на есть страшное, одновременно древняя концовка. Это бабушкин поцелуй, как я ее называю. Она нас бросает в подвал. Мы еле дышим, здесь лежим. И она тут на скримером на тебя. И приятного аппетита бабушке. Вот такой вот поцелуйчик она сделала. На этом все. Это были все концовки от игр Developer. Именно такого вот формата игр Developer. Конечно, там есть еще и Слендерина, но там, к сожалению, таких концовочек нету. На этом все. С вами был я, Дмут Розы. Мы сегодня играли в игру под названием Granny. Granny Chapter 2. The Twins. Всем удачи. Всем пока-пока.